Алоха, с вами Swordflame. Пока я фармил вне видео местные денежки, то я купил себе меч молнии. И теперь же я куплю и броню молнии. А также в этом видео мы откроем путь к последнему, вероятнее всего, храму. Храму ветра или воздуха. Что-то типа того. Погнали! Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
Ну что, мы получили еще одно сердечко, и я предполагаю, что можно еще, наверное, собрать 6 сердечек. Будет логично, 2 полоски по 10 сердечек. Ну неплохо, неплохо. И еще надо найти где-то склянку, чтобы набрать воду. Я предполагаю, что воду можно набрать, когда мы идем за Лирой. Ну, то есть, когда мы шли за Лирой, там был проход. Похож немного на воду, хотя это проход вроде как к замку Валиона. Так что, может быть, и не там. Не ясно. Но нужно что-то получить явно, чтобы можно было открыть полный потенциал брони Ангела. И не помешало бы, не помешало. А то все же враги много сносят, даже с самой последней броней, которую можно купить в магазине, с той, которая сейчас на нашем персонаже. Ну что ж, на этом моменте тогда я это видео закончу, и пойдем в последний храм в следующем видео. А если вам понравилось это видео, поставьте лайк, поделитесь им с друзьями и знакомыми, пишите ваши комментарии. А с вами был Swordflame. Всем пока!